Сираха, 24 глава, 25 стиха. Все это книга завета Бога Всевышнего, закон, который заповедал Моисей, как наследие сонмом Иаковлевым. Он насыщает мудростью, как фисон, и как тигр в одни новин. Он наполняет разумом, как Евфрат, и как Иордан в одни жатвы. Он разливает учение, как свет, и как Гион во время собирания винограда. Первый человек не достиг полного познания ее, не исследует ее, так же и последний. Ибо мысли ее полнее моря, и намерения ее глубже великой бездны. Мы читаем о премудрости. В Сираха 24 глава 1 стих говорит: «Премудрость прославит себя, и среди народа своего будет восхвалена». И вот вся глава посвящена именно премудрости. Сираха. Это вечернее чтение Библии у нас. Мы обычно читаем главу из Ветхого Завета и главу из Нового. Продолжай.